Они все полюбили мотоциклы, когда устали стоять в пробках, а потом затянуло – жажда свободы и путешествий, ощущение рядом крепкого плеча. Ежегодное закрытие сезона – это повод еще раз встретиться и рассказать друзьям, где побывал летом, сколько проехал и что нового узнал про свой мотоцикл. Ездил в Крым несколько раз, в этом году съездил на Байкал все-таки, тоже на мотоцикле. Посмотрел красоты Урала. Очень интересно, в планах еще очень много. Хочу съездить в Баку, в Азербайджан, в Грузию и в Карелию. Каждая поездка показывает, что чего-то не хватает. Ветровик там повыше поставить, поменять расходники. Побывал, ну, практически всю Европу объехали. В этом году был в Самарканде. Тоже очень интересно в Азии. В планах прокатиться... Наверное, в следующем году все-таки доехать до мыса Рох, как все байкеры, побывать на мысе Рох, самой западной точке Европы. Долго я собирался, конечно, купить первый мотоцикл, но в результате купил Ямаху, там, маленькую, вот. И, ну, поездил, конечно, по ней, там, Белоруссию был, на Украину. Четыре колеса возят тело, да, два колеса возят душу. Парадную колонну мотоциклистов в этом году составляет около 700 человек. В их число входят представители известных клубов «Ночные волки», «Вольные птицы», «Мотолига», «Нижегородское мотодвижение», «Крылья ветра» и просто любители. Но с каждым годом тех, кто на полгода пересаживается с четырех колес на два, становится все больше. Традиционно участие в закрытии мотосезона принимает заместитель председателя законодательного собрания, один из основоположников байкерского движения в Нижегородской области Александр Табачников. Я помню, когда мы начинали, это где-то лет, наверное, 20 назад, ну, 10-15 человек максимум, половина мотоциклов не заводилась перед тем, как тронуться в колонне. Сейчас большую часть даже не знаешь, кто эти люди, но им можно доверять, потому что это наши люди, это люди на мотоциклах. Маршрут байкеров начинается от катера «Герои» и проходит по центральным улицам и площадям Нижнего. Закрытие сезона для мотоциклистов – праздник отчасти грустный. Теперь хозяева полгода будут готовить свои байки к новым путешествиям. Не удержались и прокатились с ветерком. Алевтина Батурина, Виктор Киселев. Объективно. ННТВ.